Зачем книга нужна мозгу? Мозгу, как и всему другому, нужна пища. Только когда организм питается чем-то, то это материальные вещи. А мозг питается информацией, которая происходит из идеального мира. То есть она не состоит из белков, жиров и углеродов. Книга является такой пищей, одной из лучших. Какова ключевая альтернатива книги для мозга сейчас и в недалеком будущем? Интернет или технологии прямой закачки, 25-й кадр? Есть ли вообще такая альтернатива? 25-й кадр — это разговоры на кухне, никакого отношения к жизни не имеет. А что касается остальных перечисленных вами вещей, то они не являются альтернативой, потому что, строго говоря, все равно, читаете вы бумажную книгу, или это свиток, написанный на шелке, или папирус, или интернет. Но тип процессов, которые происходят, когда вы читаете электронные вещи, другой. Ну, например, я недавно, а именно позавчера, узнала от очень крупного офтальмолога детского, что если раньше приходили дети, которым дали в глаз во время выяснения отношений во дворе, то теперь таких детей нет, а приходят массово дети с близорукостью. И эта близорукость вызвана тем, что они круглосуточно смотрят в разные гаджеты, планшеты, телефоны и так далее. И это другая работа не только мозга, но и глаза. Зачем вообще человеку и человечеству нужна книга в эпоху информационного цунами? Книга, вы имеете в виду, зачем человеку нужна традиционная книга? Может быть, много людей, которым она вовсе и не нужна, но поскольку я сноб, то мне важно держать в руках книгу. Я пользуюсь, к сожалению, в больших количествах электронными носителями. То есть я провожу в компьютере очень много часов в день, увы, потому что просто, ну, такой мир, никуда не денешься. Я пишу в компьютере, я читаю научные статьи в компьютере и так далее. Но мне никогда в голову не придет читать Гоголя или Бродского в компьютере. Если вдруг такое придет, я пойду сдаваться врачам. Я решу, что я сошла с ума. Потому что это совершенно другое занятие. Это не черпание информации, а это изысканная, изящная работа. Но это разница такая. Можно рассматривать альбом с дешевыми репродукциями, а можно пойти в Эрмитаж или в Прадо и смотреть оригиналы. Вот выбирайте. А мозг вытесняет книгу как ненужный атавизм или вот снижение количества читателей все-таки имеет другую причину? Мозг здесь абсолютно ни при чем. Здесь при чем общее падение культуры на планете. Вот что здесь при чем. Что все согласны на фастфуд вместо хорошего шеф-повара. То есть, если мы согласны заниматься глупостями, есть попкорн и превратиться в стадо, тогда все в порядке. Могут ли книги являться инструментами стимулирования нейрогенеза или возникновения новых нейронов, возможно, только в ситуации практического нового опыта? Все, с чем сталкивается мозг, абсолютно все, как хорошее, так и плохое, влияет на нейрогенез. Новые нейронные связи образуются каждую секунду. Вот мы сейчас разговариваем, и как у вас, так и у меня, довольно много всего уже загнулось, а также образовалось. Это просто жизнь мозга так выглядит. Другой вопрос, какие связи мы хотим, чтобы образовались? Это сложные ассоциативные связи того человека, который много читал, много видел, много думал, пил разные напитки, слушал разную музыку, включая шум прибоя. И тогда у него поле, на котором идут ассоциации, широкое, большое и богатое. А если он только смотрит вот в такое окошечко, или в такое окошечко, если у него покрупнее телефон, то тогда нечего обижаться. Тогда у него будет такой мозг. Плохой. Мозг, единственное, чего мозг не умеет, это не учиться. Вот это точно.
Он не умеет не учиться, он учится все время. Но просто зависит от того, что ему подсовывают для учения. Ему подсовывают высокого класса пищу, так сказать, или низкого класса, ну, соответственно, такой будет мозг. Может ли мозг отдыхать во время чтения книг, или чтение — это нагрузка и работа? Если это чтение не глазами, а мозгом, потому что мы же знаем, что, ну, я думаю, каждый это видел, если у вас какие-то проблемы, например, вы что-то переживаете, но при этом вы читаете, вы можете прочесть несколько страниц, при этом вы будете их перелистывать, то есть глазами вы их прочли, но мозгом вы их не прочли, и вы под пыткой не скажете, о чем сюжет. То есть это было просто такое механическое сканирование текста. Ну, просто, ну, как любой аппарат. Просто глаза. И в этом случае мозг вообще занят другой работой. То есть это профанация. Вот. А если это настоящее чтение, то я не знаю, как это назвать, работой или отдыхом. То есть если мы читаем чудесную литературу, то отдых ли это? Я не уверена. Я вообще не очень хорошо понимаю, что такое отдых. Я не уверена, что мозг знает, что такое отдых, потому что это смена занятий. Понимаете, что из этого является отдыхом, а что работой? Уж точно не формальная договоренность, что когда я слушаю музыку, то это как бы отдых. А вы с чего взяли, что это отдых? Может быть, это гораздо более сложная работа, нежели решение какой-нибудь математической задачи. Я вполне допускаю такую вещь. Зависит от того, как слушать. И что вы делаете, пока вы слушаете. А является ли вредным или полезным чтение одновременно нескольких книг? Я думаю, это зависит от данного человека. Точно нет ответа, точно да или точно нет. Вот такого ответа нет. Это кто к чему привык, я бы так сказала. Вот я всегда читаю несколько книг одновременно. И научных, что отдельная история. И даже художественных я могу параллельно читать несколько книг. И я не знаю, честно говоря, хорошо это или плохо. Может быть, даже и плохо. Но я так привыкла. А вы сказали, есть разница в научной, в чтении научной и художественной литературы. А в чем она разница? Разница в том, какую вы себе ставите цель. Потому что если в научной книге, если это не философская книга и не какой-нибудь очень сложный обзор, который разбирает подход к каким-то проблемам, а это как бы техническая вещь, то тогда моя, собственно, цель при чтении этой статьи или книги — выяснить, что человек делал, каким способом делал, что получил. То есть у меня технически относительно простые, они, конечно, совсем не простые, но относительно простые задачи. А если я читаю художественную литературу, там огромное количество пластов. Мы же не читаем для сюжета. Это вот как раз ровно то, что сейчас в школах стали делать по всему миру, а именно дайджесты с преступления и наказания. То есть в чем смысл? Кто старушку хлопнул, так сказать? Нет, в чем задача? Если про сюжет, то это точно не Достоевский. И не Толстой. И не все эти гении. Они не писали для сюжета. Сюжет там есть, и вы за ним следите. Но вы также следите, вот я, скажем, довольно часто смотрю фильмы разных лет на тему Шерлока Холмса. Не потому, что я не знаю сюжет, я давно, они у меня в печенке сидят. Но мне интересно, как они ходят, как они садятся, как они разговаривают, каким образом разговаривает этот персонаж и этот. То есть у меня другая задача, и она очень сложна. Поэтому вот если я делаю такого рода работу, то это очень сложная работа. И совершенно не важно, на какую тему фильм. Но это же полностью относится к книге. Чем отличаются эмоции в книге от реальных? Да. Я считаю, что нет. И меня поражает вот что. Что люди, вообще такие существа, которые, в отличие, похоже, от всех остальных наших соседей по планете, они живут в не меньшей мере вот в таком, во второй действительности, в таком вымышленном мире, чем в реальном материальном мире. Мы с самого начала, как на свет появились, начали создавать произведения искусства.
и они для нас играют почему-то очень большую роль. Мы переживаем над по поводу чего-то, что описано в романе или в фильме, или больше, чем в реальной жизни. Или уж всякое не меньше. А если говорить про мозг, то я могу абсолютно твердо сказать, что мозгу все равно. Он реально испытывает это что-то, или он об этом вспоминает, или он это выдумывает. И, кстати говоря, эту поразительную мысль сказала вовсе не я, а Иван Михайлович Сеченов. И было это в конце XIX века, когда никто про это ничего знать не мог. Не было томографов, которые у нас сейчас есть, и которые с легкостью зафиксируют, если я очень сильно переживаю, а при этом ничего не происходит. То есть это мои внутренние переживания. Например, я вспоминаю какой-то там спектакль или сюжет какой-то очень мощной книги. Вот томограф зафиксирует такую же активность мозговую, как если бы это происходило на самом деле. Но Сеченов этого не мог знать. Поэтому вот, вот гений. Только с помощью книг интеллект и развивается. Или с помощью чего-то аналогичного, а именно хороших и умных разговоров с умными людьми. Интеллект развивается с помощью техническим, пошлым образом скажу, с помощью переработки той интеллектуальной информации, которая поступает в ваш мозг из любых источников. Я имела в виду, когда я говорила «любых», я имела в виду, что это может быть зрительная информация, это может быть слуховая, это может быть танец. Ну, конечно, книга – главный игрок, о чем говорить? Важнее книги ничего нет нашей цивилизации. Даже если эта книга перестанет шуршать страницами, так сказать, а будет возникать в виде пикселов разных, то она от этого не перестанет быть книгой. Хотя я повторяю, что касается меня, мой выбор однозначный. Я читаю книгу. Как привыкли читать, так и будем читать. Чем она старее, тем мне лучше. Можно ли рассматривать работу мозга живого человека отдельно от сознания, ума, эмоций? Создает ли мозг мысли или это делает сознание? На этот вопрос у меня ответ простой. Никто не знает, что такое сознание. Если вы найдете людей, которые вам скажут, что они знают, ухмыльнитесь. Нет договоренности о том, что мы будем считать сознанием. Огромный разброс мнений на эту тему. От просто реакции на что-нибудь, и тогда есть люди, это крупные ученые, которые считают, что сознание присуще всему живому. Угу. На мой вопрос, а как насчет инфузории туфельки, ей тоже присуще сознание? Отвечают, да, только простое. Понимаете, если мы встаем на такую позицию, вообще тогда мы прекращаем разговор. Это бессмысленная беседа. Если мы говорим о том, что сознание – это очень сложная вещь, то тогда мы должны признать, что большинство людей, населяющих планету, сознанием не обладает. Понимаете? Поэтому на ваш вопрос нельзя ответить. Вот косвенно я могу ответить вот что. У нас нет никаких свидетельств того, что сознание может появиться где-то, кроме мозга. Но это не значит, что это окончательное слово. Мне часто задают вопрос, может быть, сознание вообще там где-то летает, а мозг — это приемник, который хватает это все. Может быть и так, но поскольку наука — это такое занятие, которое требует доказательств, по правилам игры, дайте доказательства, я соглашусь. Доказательств нет, и нет ничего, что бы намекнуло на то, что они могут появиться. Научным способом мы такую информацию получить не можем. Как минимум, по той причине, что наука подразумевает повторяемость явлений, статистическую достоверность и проверяемость. Все это здесь проверить нельзя. Даже если вы мне скажете, или я вам скажу, совершенно неважно кто кому, что я получила информацию из космоса, это ничего не стоящее заявление, потому что ни вы, ни я не сможете это ни доказать, ни опровергнуть. С этим вообще нечего делать. Тысячи свидетельств от творцов, кроме главного, который с большой буквы «Т», от художников разного плана,
свидетельствующие о том, что они чуть ли не отрицают свое авторство. Масса поэтов, которые... Ну, просто это дикое количество свидетельств, которые говорят о том, что я проснулся ночью, что-то такое вроде бы написал, не вполне уверен, что я вообще просыпался. А потом утром они смотрят на лист бумаги, на котором написано гениальное стихотворение, и они в недоумении. Как бы не я автор. Такого много. Что это такое, очень трудно сказать. Но научным образом я бы, пожалуй, ответила так. Всякие открытия и такие состояния каких-то интеллектуальных или художественных прорывов, они проходят не в ясном сознании. Вот это мы знаем. Они проходят в каком-то тумане таком, когда ты вообще ничего не контролируешь. И это, и поскольку ты не контролируешь, то это вызывает вот ощущение у этих людей, я повторяю, этого много, что это кто-то другой делал, что я только записал, то есть как бы рука моя, рука тянется к перу, перо к бумаге, что называется. То есть, а кто пишет-то? Кто автор-то? Это очень сложные вопросы, и я имею в виду, вот все, что я сейчас сказала, это без мистики, без всякой. Я не имею в виду, что, понимаете, когда говорят, фея приходила, или там фея меня покинула, это метафорические вещи. Это же не в буквальном смысле ему там фея явилась и его рукой водила. Но метафорически, да, явилась.